Всем привет, Москва, стадион Сапсан-Арена, родина КамАЗ. Еще раз, вчера много матчей было, сегодня несколько поединков осталось. Договорились между собой команды перенести эту игру вчера. С центра поля КамАЗ начнет, и тогда приступим уже к знакомству с командами. Все, с центра поля разыгрывает КамАЗ, непосредственно Артемий Укомский, 9-й номер. Прорыв по левому краю, давайте смотреть, Аюкин, Гаглоев, прострел будет от Александра Сергеевича. Так и есть, но на месте голкипер Шакеров. А назад играет. Трехходовочка, удар, и с мячом Шакеров пробивал сейчас Валентин Пальцев. Показывают нам его, центральный защитник. Обыграл ленинградец, момент, Тимошенко под левую, бить в дальний. Близко, самый опасный момент, пока Родины мы видим на 24-й минуте. Все правильно ты говоришь. Да, да, Бакаев, Бакаев это был. Еще момент, в дальний снова, и вот пятиминутка Родины, поострее они... И смотрим, пока идет атака КамАЗа, и падение штрафной. Вновь молчит. Удар в ближних! И отмечаем очередной раз действие 32-летнего Аксакала. Гаглоев, Аюкин пошел за спину. Получит, доходит между него и Шакеров. А вот сейчас да, но тут по картинке все очень ярко. Больше минуты еще есть. Удар! А вот и шанс был у Укомского в концовке. Калмыков сбрасывает Весли. В касание. Здорово. И в дальний забивает. Какая же передача от Весли прошла. Великолепно. И Фищенко бежит в скамейки. И вся команда бежит в скамейки, чтобы поздравить сейчас Самко с первым мячом за Родину. На замену Владислав вышел. Джокера исполнил. Ну, буквально 2 минуты отыграл. Первое касание, да? Я думаю, что да, действительно первым касанием. Но если не 2, то максимум 5 минут вышел назад. Здесь нельзя винить, я думаю, Артура Анисимова, он был бессилен. Судейство. А здесь еще один розыгрыш пробивает Калмыков. Вроде бы с убойной позиции, но выше ворот. Гаглоев под себя убирает. Катит под ударчик сразу. Еще удар. И можно было забивать. Не очень получился второй удар у Горелова. Достаточно тоже такой матч. А вот момент. Внимание. Удар. Удар нужно сбивать. И попасть в ворота не удалось даже. Черемных к пенальти. Просто так громко кричал Ахметзянов. А, удаление, да? Вторая удаление. Карточка и красная карточка. Ну вот 3 желтых было, теперь 4-я желтая и красная. Юданов подсказал, Черемных удаляет Ильдара Ахметзянова. И в штрафной уже. Ничего себе, какие финты. Шанс забить второй. Спасает Анисимов от пропущенного мяча. Там Турищев накручивал. Вот уже подошел Самко и как... Гордюшенко. Да. Все. Михаил Черемных разводит руки в сторону. Брейк, ты прав. Выражаясь боксерской терминологией. Победа Родины. Первая за 4 тура. 1-0.